Специалисты первой красногорской больницы спасли 4-летнюю пациентку, проглотившую пластиковую деталь от детской игрушки. Медикам удалось быстро извлечь инородное тело из бронхиального дерева, не сделав ни единого разреза. Мы приняли решение выполнить видеобронхоскопию ультратонким эндоскопом в условиях операционной под эндотрахеальным наркозом. Во время видеобронхоскопии в просвете нижнедолевого бронха справа было выявлено пластиковое инородное тело. Свисток от игрушки продолговатой формы размером 3 на 10 мм, состоящий из трех частей. При помощи различных эндоскопических инструментов выполнено поэтапное извлечение частей инородного тела. На данный момент девочка уже выписана из больницы. Врачи тем временем призывают родителей внимательнее следить за здоровьем детей.